Витринам уловки – это несколько придорожных кафе, торгующих известными на всю область пирожками. Редко кто проезжает мимо и не останавливается здесь, чтобы закупиться снедью. Но действительно ли все так хорошо, или за сельской идиллической картиной скрываются нерешенные проблемы? С дороги пирожковая столица кажется небольшим поселком, но первый взгляд обманчив. В Уловке живет 6500 человек, по населению это равноценно Сенгилею. Хотя Сенгилей город, а Муловка значится рабочим поселком. Проблемы с трудоустройством – бич практически всех сельских населенных пунктов страны. Как уверяла сопровождающая нас глава администрации поселения Татьяна Федорова, в Муловке этот вопрос не имеет большой остроты. 70 предприятий хватает, чтобы обеспечить занятость практически всем. Конечно, уезжают и на вахту, и в Димитровград, расположенный неподалеку. Человек всегда ищет там, где ему лучше. Один из крупнейших работодателей – ООО «Гиппократ», оказавшийся в центре сразу нескольких скандалов. Предприятие обвиняли в изготовлении так называемых фанфуриков, а следовательно – в спаивании населения. Доставалось заводу из-за нанесения вреда экологии. Мы побывали на предприятии, основанном еще в позапрошлом столетии в качестве винокуренного завода, а сейчас переквалифицировавшись в производителя медицинских товаров. Специфический аромат брожения сшибают, как только мы заходим на территорию фирмы. Фанфурики у нас не производятся. Я вам говорю, что у нас в цехе производится только зеленка и йод. Пузырьках, все. Остальное мы продукцию грузим в поселок Мирный, и там уже идет производство других лекарственных препаратов. Нас провели по всем цехам завода. Только вот в помещении, где разливают по склянкам медикаменты, так и не пустили. Руководство предприятия сослалось на то, что в цеху сейчас идет ремонт, и снимать там не стоит. Согласитесь, настораживает. И подрывает веру слова о том, что разлив фанфуриков прикрыт. И вообще, как сказал главный инженер, пристальный интерес к заводу не шибко нравится администрации предприятия. Мы рады, конечно, всем и говорим, пожалуйста, приходите, но что из пустого порожнего переливать? Что переливать? Вот вы были, эти были, те были. И вот одно, вы мешаете работать, просто-напросто мешаете работать. Не даете работать. Раньше отходы спиртового производства Барда отправлялись на корм скоту и разбирались местными сельхозпроизводителями. Крупные игроки аграрного сектора не пережили лихих 90-х, и поэтому сбывать использованное зерно стало некому. Оставляли просто, в полях. Это вызвало возмущение общественности. В последнее время, и благодаря тому, что и усилиям и правительства области, и лично Сергея Ивановича, на сегодняшний день Гиппократ уже предпринял большие шаги для того, чтобы это исправить. На сегодняшний день, там ведется строительство завода по переработке отходов Барды. И запах, который не нравился нашим жителям, он исчезнет. То есть практически отходов данного сырья не будет. Очистные их сооружения обещают сдать в эксплуатацию уже в этом году. Планировали раньше, но появились задержки, вызванные погодными условиями. Выбросы на поля не единственное, за что обвиняли предприятие. Красивейший каскад Муловских прудов стал еще одной жертвой в погоне за экономической выгодой. Водоемы сливалась горячая вода, применявшаяся для охлаждения чинов в цехах. Гибла рыба. Сейчас этого, по заверениям хозяйствующего субъекта, больше не делается. Вода предварительно охлаждается и проходит несколько степеней очистки. Или делается. Пруд с говорящим названием «Красотка». Даже зимой, несмотря на толстый слой льда и снега, доносится едкий гнилостный запах. Пруд «Красотка» в прошлом году тот же Гиппократ начал очистку дна от ила, и в этом году они продолжат эту работу. И я думаю, что мы сделаем там прекрасную зону отдыха и зону для купания. Ответ, почему с предприятиями, создающими трудноразрешимые проблемы, ведется такая плотная работа, прост. Они не только обеспечивают рабочими местами жителей села, но и помогают заботиться об инфраструктуре и социально-культурных учреждениях. В поселке много молодежи. Многие возвращаются, вкусив городской жизни. Родное село ближе и дороже, чем свет мегаполиса. То есть после окончания вуза вы не решили остаться работать в Димитровграде, куда-то в другой город поменять, жить, именно вернулись сюда? Вернулась сюда, потому что как-то меня тянуло, и здесь рядом все как-то, и дом, и садик, все имеется у нас в поселке. Довольно. Сейчас мы дом строим. Два детских сада, две школы. Отремонтирован, ухожен, уютный. Есть чем заняться, где работать, где отдохнуть, используя провести время. Реставрирует спортивный комплекс «Текстильщик», которым, кстати, занимается муж нашей собеседницы. Сельский дом культуры построен в 1949 году, как сообщает надпись на фасаде здания. С тех пор капитальный ремонт в нем не проводился ни разу. А в 90-е и вовсе помещение клуба использовалось в качестве склада. Несколько лет назад учреждение культуры вновь открылось. Проведен небольшой ремонт. В помещениях клуба прохладно. Не арктический мороз, конечно, но и до нормативной температуры не дотягивает. Однако энтузиастам своего дела погода в доме культуры не мешает.
Детский танцевальный коллектив «Пчелки» известен на всю область, неоднократно становился призером и лауреатом различных творческих конкурсов. Мы в силу своих возможностей, мы оборудовали наш хореографический зал. Он у нас маленький, уютненький, скромненький, но, конечно, хотелось бы. Детей очень много занимается. В этом году мы 3 новые группы набрали, у нас около 80 детей сейчас, 83 на сегодняшний момент, и поэтому места не хватает. ДК попал в программу «Сельские дома культуры» и до 2018 года должен преобразиться. Поэтому мечты о комфортабельном помещении и лучшем инвентаре в скором времени могут осуществиться. Несколько раз за день мы проезжали мимо еще одного клуба, бывшего. Сейчас здание сносят. Устанавливать его оказалось гораздо затратнее строительства нового. Прежде клуб находился на балансе совхоза, но, увы, сельское хозяйство в Муловке переживает те лучшие времена. Нельзя сказать, что аграрная история села среди сосновых лесов завершилась. Продолжатели есть. Дмитрий Щетинин занимается животноводством. В хозяйстве помогает ему все большое семейство. Приехали случайно с женой здесь, в Муловке. Нашли дом, купили, начали землю возделывать. Ну и так появилось пополнение еще детей. Сейчас у меня их 4. А это значит, что, несмотря на все проблемы, село продолжает жить. С неприятностями, в конце концов, можно всегда справиться. Как неоднократно повторял глава администрации сельского поселения Татьяна Федорова, пьяницы-бездельники везде есть. Но делать их героями неправильно. Герои – это те, кто самоотверженно работает на селе и справляется со всеми трудностями. Данила Ноздряков, Юрий Конехин. Новости дня. Ульяновская правда.